каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители, у меня почти 15-я часть игры под названием Спутник. Я желаю всем приятного просмотра. А по поводу игр, что написали в комментариях, я не хочу одну из них пройти. Ведьмак, Mortal Kombat, Far Cry именно Серега всей части или именно Far Cry 1? Сначала не правда надо будет допройти Far Cry 1, а уж потом я одну из игр этих прикольных пойду. И по поводу ассасинов тоже. Какую именно часть хотели бы, чтобы я прошел? Far Cry, допустим, все части, не все, и по поводу ассасинов также. Пишите в комментариях, я почитаю ваши комментарии все обязательно, на них все отвечу по очереди. И с большим удовольствием одну из этих игр я пойду, а потом еще одну и так далее. Еще раз всем желаю приятного просмотра, игрушка прикольная, мне очень, она очень нравится, она просто божественная, классная и суперская. Правда. И огромное вам всем спасибо за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, подписку. И вы, правда, очень помогаете развитию моего канала и, конечно, разумеется, меня, вашего любимого автора. И как сказать, блин, не знаю, как сказать, просто Диму. Ускорение. Встретимся в тех лаборатории и сама все увидишь. Ну, давайте поговорим. А, нет, не поговорим? Так, может, что-нибудь найдем? Прикольный Тони, да, я играл. Ну и задание тебе предстоит. Да ладно, на одну паническую атаку. Наверняка все отлажено идеально. А наверняка? Я не так выразился. Я хотел сказать, все будет хорошо. Не беспокойся надо. Надеюсь, Тони. Так, куда мы можем вообще сходить, а? Так, шкафчик для снаряжения. Ага. О, давайте сходим в фабрикатор, может быть, там что-нибудь апнем. Спасибо, Над. Спасибо тебе, Наташа. Тебе мне очень понравилось за Наташу играть, а. И правда, я просто заметил, что все играют либо за Тони, ну реально, либо может быть за Халка, а за Наташу нет. Поэтому я решил предсказать делать пальское исключение и поиграть за нее. И это реально удовольствие, она просто. Все испытания пока заканчивались плохо. Но с этим микроакселератором у меня есть шанс. Да, Тони, да. Кстати, мы сейчас будем жалеть человеку новую броню, и, так сказать. Доставлять, просто так собирать, как сказать это. Улучшим, так сказать, Тони, супер броню сделаем. Так, что мы тут можем сделать? Артефакты. Ни хрена у нас больше, по сути говоря, нет, да? Ну ладненько, жалко. Так, куда нам вообще надо идти? Тут пусто. Кстати говоря, в следующей серии я вот хочу. Сейчас даже попробую здесь, может быть, около себя подойду к столу. Я хочу кое-что проверить. Возьми меня к столу, мне это важно. Я хочу проверить. Могу ли я... Есть секунда. Есть. На этот раз без тебя нам точно не обойтись. Так, в регионе типа помоги щиту нейтрализовать угрозу. Боитесь сектора злодея. Отлично. Превосходно. Я знала, что на тебя можно положиться. Я знала, ты все сделаешь. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я очень рад, что из счета люди вернулись, а. А по поводу Наташи, я и правда хочу пойти исключительную серию до нее. Ну, мне поиграть потом Тони, Халком и Камалой. Может быть и Тором, если он появится, а то он опять свалил. А погодка неправда, скажу вам честно, не очень. Так, ладненько, костюмчик нас ждет, просто кое-что быстренько поверю. Это важно, если, конечно, вообще можно. Не, увы, нельзя, да? Жалко, Наташа, давайте так поверим. Так, получается, у нас цели. Вот я и правда хочу пойти вот именно за Наташу поиграть. Перестать отслеживать экспедицию. А могу я просто поиграть? Я не знаю вообще, я просто, знаете, хочу до финала хочу пойти вот это задание. Наташу поиграть. Камалой, Тони и Халком. Потому что глупо будет, если после финала серии проходить эти миссии. Это будет реально тупо, на самом деле. Так, по поводу сектора злодея. Боитесь сектора злодея. Так, в регион ЧП, помоги щиту, это я понял. Так, 22 часа. Давайте, в принципе, быстренько это сделаем и пойдем дальше, а? Так, а вот только где именно этот сектор, а? Так, получается у нас снаряжение. Чего там можно? Опа! Круто, что еще можно?
Так, это получается у нас что, максималка, нет? Ух ты, нет! Ну-ка, ну-ка, тут нет, тут нет. Ну, короче, что можно на самом деле? Вау! Блин, Тони просто великолепен, как всегда, в принципе. Как, в принципе, все герои. Как вы заметили, мне правда очень нравится Черная Вдова. Так же, как и Камао и все остальные супергерои. Так, тут получится у нас минус, но мы оставим. Это мы и уберем. Вау. Так, 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 так. Получится еще шестое. Ух ты, а тут получится у нас что? Тут у нас ни хрена. Опа. Да я реально прокачал себя. Так, навыки, навыки. Что же можно с навыками делать? Особые, особые, особые. По поводу особых. Ух ты. А, это по поводу, если кооперативе играть, да? Получается. А вот это приколика. Надо использовать. Так, получается коллекция. Ух ты. Кстати, комикс плюс еще не открылся. Ого, видели? Прикольный комикс, а собачка такая и Мисс Марвел бежит. Вот класс, блин, вообще божественная игрушка. Правда, мне очень нравится Мститель. Так, этих злодеев. Ух ты, да. Боеробот, это был жесткий противник. Реально, такой ублюдок и черта. И Моника тоже. Да, в принципе, все злодеи были такие классные. Надо будет этого ублюдка еще раз пожахать, а. Так, все, внешний вид. Ух ты. О, с 4 костюма есть, да? Ну, в принципе, мы с этим костюмом полетаем, а? Как нам сейчас пойдем новый костюм себе улучшать? Так, Ванька, куда нам надо идти вообще? Я не могу понять. Реально, нам куда вот сюда пойти? Так. Ага, все. Реально, погнали. Достаньте броню Чего там броню? Звездное ускорение, во. Ну, давайте. И правда, куда мне идти? Ага, сюда. Достать броню ускорения, наверное. Ладно, давай. Ух ты. Ого. Так это... Думаю, достаточно будет. Тайный проход. Ого, броня. Вау, супер класс, блин. Идеальная броня. Потише немножечко. Шикарная броня. Выглядит офигенно. Он и есть офигенный. 1,5 миллиарда за эти понты. Могу сгореть еще на взлете, но выглядеть буду отпадно. Все системы готовы к работе. Но должен предупредить, на пути вашего следования началась серьезная буря. Не одно, так другое. Но ждать больше нельзя. Тони, я закачала вам немного музыки в дорогу. О, нет. Не волнуйтесь, она не моя. Вы справитесь. Спасибо. Ладно. 3, 2, 1. Летите прямо в ураган! А вижу я! Но деваться некуда! Ну же! Ну! Левее! Да уж, ну и буря! Из-за бури системы вышли из строя. Камала! Джарвис! Вы здесь? Проклятие! Броня начинает коротить! Джарвис! Камала! Джарвис, я горю! Сбросить двигатель! Придется... Чуть не попало! Вот дерьмо! Да!
Классная посадка, ничего не скажешь. Реально класс. Приземление имею в виду. Да, костюм, правда, прикольный. Жалко, немного потрепанная. Тони. Проклятие. Репульсоры почти разряжены. Надеюсь, здесь не слишком много охраны. Так, проверка 1-2-3. Используйте космическую станцию. Надеюсь, надеюсь. Опа, нужная вещь. Космическая лаборатория АИМ. Коллекционный предмет. Вау. А куда нам идти? Ого, шикарная лаборатория, шикарный костюм. Ух ты. Так, ну-ка посмотрим. Минуточку. Ничего не понимаю. Восстановительная формула. Вот откуда такая голова. Вот источник. Скорее всего, кто-то из нелюдей. Ладно, поищем дверь. Так, фигня. Всего-то спасти кого-то из нелюдей. Никакой формулы, адаптоидов, одни аплодисменты. Ну да, ну да, Тони. Так, Ваня, получается, нам надо... Так, выйдите, в какой камере АИМ содержит... Ага, не люди, надо спасти, да? Вау, шикарный костюм. Мне нравится. Да, по сути говоря, сама игра прикольная. Так, приземление. Я помню. Ток-ток. Есть кто дома? Вау. Чего надо штучки-дрючки прокачивать, реально, а? Ого, ни хрена себе. Так, сейчас нам получается туда надо, да? Опа, опять что-то. Сколько пыли, похоже, сюда мало кто заходит. Походу, похоже, Тони. Дофига, Тони мне очень нравится. В принципе, все мстители мне по-своему нравятся, я уже говорил, да? Так, куда нам вообще? Опа, опа, чуть ящик не попустил, ну если по идее, а? Ну-ка, что-то нас тут. Ух ты, ну нехило, нехило. Да уж, так нам получается туда надо. Да, ничего хорошего, я чувствую, не будет этого, ну ладно. Вверх, больше нет. Ну ты, Тони, прям мастер. Да еще один. Вот это прикольный костюмчик на самом деле, а. Ну, да, не знаю, просто я очень кайфую от прохождения этой игры, правда. Вот прям шикарно. Я, честно, рад, что эта игрушка получилась очень интересная. Ух ты, реактор связка могущества. Опа, давайте быстренько. Так, побежимся. А, мы полетим, надо сказать. Так, получится, подождите. Опа, он пока... А, все заблокированы пока, да? Ну ладно. Так, снаряжение. Так, 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 можно апнуть. Максималка. Опа. А тут у нас получится третий. Ага, тут у нас получится выносливость, доблесть. А ну пока тут у нас седьмой. Могущество, выносливость. Ах, ладненько. Ничего такого не будет, сломаю. Тут у нас 15-й, 16-й. Тут максималка. Только 2, а тут, в общем, тоже 5. Ну, оставим, ладно. Пригодится. Так, костюмчик прикольный. Погнали дальше, как говорится. И посмотрим, что это такое за нелюдь, а? Такого опыта проводит. Таров там. Эй, это ты обо мне? Ну, сволочь, Аима. Так, где еще? А, все, что ли, получается? Так, теперь куда? Теперь вниз, да? Вау. Тони реально шикарно выглядит. Не знаю, что мы здесь кому-то найдем, но чувствую, мы кого-то тут классненького найдем. Ну, видов крутого нелюдя. Раз на него опыты проводят аж целых 5 лет, блин. Выясните, ага. Понял, да я уже понял, что надо найти нелюдь, а. Тига ящиков никаких нет? Нет. Спутник. Прикольное, напишите название, да? Опа. Вот она. О, подожди, подожди, Тоня.
Вау! Капец, разряд. Ого. Легкоатлета, блин. Только почитаешь эти буквы. Ладненько, так, получается. Финики-бенники, прокачка бежит. Если, конечно, она нам нужна. Но, увы, что-то какая-то... Тут получится максималка. Ну, тут слабенькая. Так, получается, у нас тут 3. Тут будет 3, тут тоже 3. А тут 10. А вот это оставим, я думаю. Это уберем. Так. Тоже убери. Ладно. Все, погнали дальше. Кто ж там такой, а? А, нет, это консоль. Бинго. Кого ж там такого секретного ты делаешь-то? Спасите одного из нелюдей. Давай посмотрим. Давайте посмотрим, имею в виду. Мне самому очень интересно. Нет, нет. Совсем не жутко. Боже мой. Кэп. Надеюсь, ты жив. Стив. Стив! Господи, ты жив! Тони, стой. Что это такое? Где я? Оформите. Тони, ты меня обнимаешь? Что? Нет, это чтобы ты не упал. Тогда что ж не отпустишь? Да я просто... Мы думали... В смысле, я думал, что... Хорошо, что ты снова с нами. Голова кругом. Ага, пошли. Надо вытащить тебя отсюда. Стой. А Тарлтон? Он выжил. Тарлтон? Да какая разница? Он был слишком близко к взрыву. Он выжил. Благодаря тебе, кстати. И Монике, если верить новостям. Ничего не понял. Так, держись. Эвакуация. Все те люди. Ага, мы к этому еще вернемся. Идти можешь? Да, порядок. Все нормально. Идем. Теперь узнаю старину Кэпа. Идем. Вау, блин. Ну, найдите выход. Кэп живой. Ну, мы найдем спасательную капсулу и... Спасемся? Ты это на ходу придумываешь, да? Да, именно так. Вообще-то я не думал, что и сюда-то доберусь. Вау, Кэп жив, да. Это класс! Тони, где остальные? Где это мы? Ну? Пожог с квырком. Блин, я очень рад, что Капитан Америка жив. Я очень подолюблю этого героя. Боже. Так это была не шутка. Да. Бег по стене. Агашки. Блин, почти попал. Порядок. Кровь застоялась. Ну, 5 лет, конечно, застоялась. Готов прыгать? Готов. Тони, что... Что так происходит? Ух ты, ё-моё. Долго рассказывать. Так. Сколько я был... Всего-то 5. По твоим меркам так, вздремнул чуток. Похоже, все хотят, чтобы я остыл. Надо же, ты шутишь. Так себе шутка, но для тебя сойдет. Подождите. Так, у нас получится коллекция. А внешний вид недоступен пока, снаряжение. Надо же как-то апнуть Кэпа. Он пока слабенький. Пока ничего нет, блин, Кэп супер крутой, классный. Вообще, подождите, я быстренько отойду на минутку, а? Это важно. Погнали, Стив. Блин,
Не могу насладиться, кайф, как мне хотелось. Я очень рад, что кайф жив. Я очень рад, правда. Я думаю, что же такое за нелюдь это был кайф. Я не могу писать словами, как я очень рад, что кайф живой. Капитан Роджерс, что вы это? Нас уже покидаете? Моника, давно не виделись. Мой приятель Тарлтон явно не в восторге от использования крови супергероя для замены супергероя. Он в такие детали не вникает. Остановитесь немедленно. Минуточку. Джорджи ни о чем не знает, правда? И не узнает. О, кажется, мы ее разозлили. Тони! Сейчас все будет. Давай, Тони. Вперед! Погнали. Ух, ё-моё! Что за чёрт? Не обращай на них внимания! Это невозможно! Сейчас начнётся веселуха. Давай-ка я покажу жару этим блюдкам. Скорее! Открывай! Открываю! Много командуешь для покойника! Ух ты, я пока слабенький, пока да, реально. Придется применить силу. А сразу нельзя было? Ты зараза, а? Да не, пока у меня реально не хватает сил, надо пока побегать. Немножечко. А только кинуть нечем, а? Ты же сараса, ты какой хрен, а? Ой-ой. Блин, зараза, убил меня. Ну извините, пожалуйста, блин, я так погиб по-тупому. Все, больше не буду в этой серии погибать. Потому что мне самому не нравится умирать по-тупому. Тем более, Капитан Америка, блин, это... Это... Скорее! Класс. Открывай! Открываю! Много и озвучка... командуешь для и озвучка оригинальная, это супер. Я кто-то охренел, а? Ой. Да блин, подожди, придурок, а. А сразу нельзя было. Да правда, придурок достал меня. Ты придурок, а. Нет, это погибло реально. Дурка. Есть, а. Проклятье, заклинило. Давай, давай, помогу. Хватайся с другой стороны. Почти. Еще. У нас гости. Нам не до драки. Шевелись. Бегу, бегу. Берегись. Ух ты, посадочка жесткая. Аккуратнее со стеклом, Кэп. Может треснуть. Понял, понял, Тони. Еще чуть-чуть, Кэп. Бегу, бегу, Тони. Давай, давай, давай. Да ёшкин трын. Почти таки погиб второй раз, на ё-моё, ну как же так, Дим, ну что ты за вошёк, а? Ну Кэп на тебя надеется, а? Ещё чуть-чуть, Кэп! Ускорение. Блин, чуть-чуть такого пухнулся, а? Давай, давай! Есть! Тони, скорее! Стараемся, а ты отвлеки их! Опа, щит! Как стоили в добрые времена. Двигатели отказали. Тони! Ну же. Да-да-да, сейчас. Черт. Давай же. Черт, проклятие. Нет, 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 нет.
Так, хорошие новости. Смерть от взрыва нам не грозит. А плохие? Мы, скорее всего, раньше задохнемся. Хорошие новости. Зато отсюда хороший вид. Идеальный. Вот и все. Черт. Ведь почти. Ну, раз уж мы все равно умрем, не хочешь ли в чем-нибудь признаться? Твои шутки. Не понимаю я их. Я читал твой дневник. Зачем ты разбил реактор, Кэп? Люди погибли. Тони, там в заливе было что-то под водой. Как-то связанное с реактором. Оно пыталось пробиться наверх. Землетрясение. Надо было что-то делать. Разлом Сан-Андреас мог треснуть к чертям. Океан бы поглотил город, погибли бы миллионы. Я в тебе не сомневался. Просто хотел услышать. А это еще что? Кто это у нас тут? Я всегда должен спасать положение. От бога грома я меньшего и не жду. Привет. С возвращением, капитан. Спасибо огромное, то опять у нас жопу уже спас. Вот что это за восстановительная формула. Джордж. Как долго я был подопытным кроликом? Я знала, что ты так скажешь. Скорее умрешь, чем возьмешь у них что-то. Я тебе верил. Я спасла тебе жизнь. Ты можешь управлять техникой силы мысли. Просто подумай ты о своих возможностях. Ты заразила меня его кровью. Я мог умереть. Но не умер. Вспомни о своей мечте, Джордж. Из-за тебя! Я теперь как они! Теперь ты сильный. Ты украла надежду. Но теперь... Я собираюсь уравнять наши шансы. Да. Да. Что ты... Я избавлю Землю от суперсил. Даже если они исчезнут со мной. Джордж! Привет, старый друг. Стив. Нет. Рад тебя видеть. Если бы я знала, что ты жив. Что ты у них. Не кори себя. Тарлтон даже и не знал обо мне. Что? Тогда, в тот день, Моника наняла Таскмастера украсть кристалл Терригена. Его люди включили охранные протоколы и запустили автопилот Химеры. Но та штука в заливе, они не ожидали. Тепловой сигнал. Причина землетрясения, разрушившего город. Что это было? Я не знаю. Над, я все думаю. Если бы я
Все эти люди... Нет. Это не твоя вина. Корабль не должен был подниматься в воздух. Я бы поступила так же. Вы живы? Я знала. Простите. Пойдемте. Вы должны это видеть. Капитан Роджерс, скажу от лица всех, мы невероятно рады вас видеть. Спасибо. Я рад быть здесь. Когда Химера чуть не рухнула на Манхэттен, ситуация ухудшилась. Боюсь, АИМ воспользуется этой возможностью, чтобы усилить преследование нелюдей. Мы этого не допустим. Мстители нужны миру, как никогда. Мы готовимся к нашей финальной схватке с АИМ. Мистер Старк попросил меня узнать, что требуется Мстителям для этого противостояния, и я составил список необходимых материалов. Спасибо, Джарвис. Пора нам привести себя в форму. Посмотрим, что требуется. Отлично, сэр. Кроме того, возможно, нам стоит помочь нашим союзникам. Командор Хилл и доктор Пим сообщают о серьезных осложнениях в работе из-за усиливающих мер АИМ по контролю за мировыми коммуникациями. Чем мы можем помочь? Они просят нас уничтожить главный коммуникационный центр АИМ, чтобы наладить сообщение между членами сопротивления. Так давай поможем им, дружище. Это ступня культовая экспедиция. Вау, они будут пройти культовую экспедицию до финала. Реально будут пройти все культовые экспедиции. За всех героев поиграть. Я тут думаю, так и сделаю. Кстати, о средствах массовой информации. Появились сообщения о том, что Тор Одинсон работает с бывшими учеными из АИМ в уединенном местечке в Скандинавии. Возможно, это пропаганда АИМ, нацеленная против Мстителей, но лучше проверить. Согласен. Пусть Тор займется этим как можно скорее. Доступен новый герой. Наконец-таки Тор вернулся. Теперь все Мстители вместе в сборе. Блин, супер круто, класс. Доступна культовая экспедиция. Вау. Блин, я так рад, что Стив жив, а что все Мстители опять вместе. Это круто, класс. Здорово, что наша старушка снова летает. Здорово, здорово, Стив. 15-я серия под названием «Спутник» завершена. Увидимся в новой серии очень-очень скоро. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Как вам возвращение Кэпа? Вы знали, что он вернется? Я не ожидал. Я очень рад, что он вернулся, правда. Самое главное, не болейте и скучайте. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро в новой прикольной серии, где будем играть любой один из героев. Может, даже я пойду эксклюзивные миссии. Подожди, кстати говоря. Сейчас я быстро кое-что сделаю. Так, цели. А я могу вообще выполнить? Мне просто интересно. Выполнение задания. Так, ого. Споровых ракет. Так, тут пришел паучок. Ого, не надо будет, кстати говоря, надо будет реально это все сделать, но уже в следующей серии. Так, получается, я проверю, могу ли я. Хочу культовую экспедицию за всех героев пройти, культовую экспедицию. Теперь точно. Всем пока-пока.